Окей, добре. Всім привіт. Сьогодні в нас трошки така от незвична буде лекція. Це не зовсім лекція вона буде, це не навчальний семінар, це більше така сесія знайомства з цікавою людиною, з Чингізом, який є засновником і виконавчим директором компанії WorkSection. Чингіз з вами поділиться своєю історією, як він дійшов до такого життя, і якщо можеш, поради, як рухатись в IT, взагалі про компанію WorkSection. Все, Чингіз, передаю тобі слово. Я стартую. Всім привіт. Лекція це сильно сказано. Мене Маша і Люба підписали на этот монолог и попросили меня рассказать про WorkSection. Я тогда просто расскажу свою историю, постараюсь максимально быстро и, наверное, расскажу, какие по ходу у меня, на какие интересные инсайты я наткнулся по ходу этого путешествия. В общем, мы сделали WorkSection в 2008-2007. WorkSection — это система управления проектами для малого-среднего бизнеса. И она характерна тем, что... да, я dedicated biker. И она характерна тем, что позволяет еще, там есть встроенный таймер, то есть для компаний, которые трекают почасовку, например, там это какой-то консалтинг, SEO, вот мы вообще идеальный продукт их мечты. Вот, сейчас у нас 1300 компаний, порядка 12 тысяч человек в онлайне, то есть, в общем... Когда мы год назад упали и не поднимались целый день, мне позвонило очень много людей и сказало, насколько мы для них важны. Причем они звонили и спрашивали нас, чуваки, когда вы заработаете, там, сколько вам надо времени, час или два, а я в этот момент вообще не знал, сможем ли мы реанимироваться или нет. И в тот день я хорошо так прокачался по кризис-менеджменту, и вообще по коммуникациям с... не очень довольными людьми. Вот. Стартанули мы продукт, когда я перестал... у нас такая история была. В какой-то момент у нас было две веб-студии, и мы делали сайты, и это были довольно-таки быстрые и легкие деньги. Но в какой-то момент я понял, что у нас... я реально не вижу плодов своего труда. То есть мы делали там прикольный какой-то продукт, и через полгода от него ничего не оставалось. Вот, и в тот момент я подумал, что классно было бы делать свой продукт, который бы сам зарабатывал деньги, а я бы ничего не делал, и все бы ничего не делали, просто получали деньги. Это, была такая мечта. И мы подумали, надо что-то быстро сделать, так, чтобы особо не придумать, просто посмотрели какой-нибудь прикольный стартап и подумали, как можно сделать его лучше. И мы увидели какой-то прикольный блок, в котором была ленточка сбоку, здесь вот рамочка такая, и там можно было написать что угодно, и мы сделали такое же, только лучше, и можно было покрасить и написать там любую фразу, и человек просто закидывает этот JavaScript себе и получает такую ленточку. Вот, мы сделали этот проект за, по-моему, 3 часа, плюс сайт, то есть, реально быстро, и... закинули на блог, где мы нашли сайт оригинал, и написали, что чуваки, а мы пользуемся таким же, только он немножко лучше. Вот. И через четверо суток к нам пришло 1500 людей уже на сайт. Мы повесили Google рекламу, и еще через неделю нас Google забанил. В общем, это была тест быстрой гипотезы, что мы вообще способны создать какой-то продукт, и кто-то им заинтересуется. Вот, и потом какое-то время мы ничего не делали, и потом ко мне пришел мой сооснователь и сказал, что, слушай, а давай сделаем, мы тогда пользовались Basecamp, и наши все клиенты спрашивали, слушайте, они думали, что мы разработали Basecamp и просили нас включить ему русский интерфейс, и мы подумали, что, такого продукта в Рунете реально нету, и сделали WorkSection, подумали все, что нам не нравится в Basecamp, и прописали архитектуру, и за 3 месяца, включая промо-сайт, мы сделали первую версию WorkSection.
И тут вот как бы такой первый важный момент. Я помню, я носился с этой идеей и рассказывал всем своим друзьям и знакомым, а пользовались бы они таким продуктом, ну вот если бы он был бы. Вот. И я помню, что я, наверное, просил, наверное, человек 30. И ни одного позитивного ответа я не получал. То есть ответы были в стиле, слушай, ну как бы ты дурак или... Потому что есть же вот почта, я в Outlook ставлю задачи. Кто-то говорил, я в Excel отлично справляюсь. Там, а есть еще Jira и вообще нет смысла. Вот. И вот только потому, что мы как бы... У нас четко было видение этого продукта, и мы в него верили. И мы реально делали быстро. Я помню, что вот как бы слушать друзей и знакомых по поводу того, что ты хочешь запустить какой-то продукт, вообще нет смысла. Но вот что надо было тогда сделать, а я не сделал. Например, по-хорошему, мне надо было пойти сделать прототип и пойти к своим будущим клиентам и спросить их, какую бы цену они мне заплатили за такой продукт, если бы он был бы готов бы завтра. Но я просто не способен был делать это, потому что я в целом не умел разговаривать с людьми. Я не понимал, что спрашивать. Я вообще не понимал, типа, что вот если мы заработаем деньги, что нам с ними делать. Вот, поэтому мы просто посмотрели, какие цены у наших конкурентов, и такие придумали, ну, давайте поставим цену на 30% ниже и посмотрим, что будет. Вот, так мы сделали первый версию Work Section. Сетку тоже мы взяли как бы с Basecamp, ну, плюс-минус, в общем, мы ориентировались. И чтобы получить первых клиентов, я написал пост на Хабре. Написал пост в стиле методички для, ну, как бы, как от бывалого менеджера веб-студии к младшему, как бы, как инструкция, что надо делать. И там изложил все свои знания, которые я там получил за 5 предыдущих лет работы в веб-студии. И этот пост был довольно-таки популярен, там было много лайков и репостов, только хабарских. Вот. И в конце я написал, что если будет интересно, я могу написать вторую часть. Там все говорят, да, пиши вторую часть. Я быстро написал вторую часть, и в конце написал, что, чуваки, вам просто обязательно, вот, чтобы ваша веб-студия нормально работала, вам нужен продукт типа Basecamp. Но мы вот пользуемся не Basecamp, а мы пользуемся вот украинским Work Session. И дал ссылку. Вот. И так мы получили 300 регистраций и получили первых, по-моему, 30 или 20 реально людей, которые готовы, ну, которые нам заплатили деньги. Ну, это были как бы там деньги из серии на пиво сходить. Но просто это были живые люди. Вот. И еще год или два мы как-то занимались этим продуктом, потому что в наших влажных фантазиях мы представляли себе вот такую клюшку. Вот, и здесь вот уже миллионы вот в этой точке. Вот. На самом деле у нас просто было вот так вот, и типа вот если здесь было пару кружек пива, то их стало 4. Вот. И все. А потом я начал играть в карты достаточно серьезно. Я занялся покером и зарабатывал приличные деньги просто покером и ушел как бы из веб-студии. Вот. И все ребята... кстати, мы сделали Work Section, находясь в разных городах. То есть, ну, мы реально были просто в разных городах и делали Work Section, используя Work Section. Уже типа, вот. И ребята занимались своими вопросами, там они потихоньку плавно переезжали в Киев, потому что в Киеве был только я, они были не в Киеве. Вот. Я играл в карты, потом в какой-то момент, когда мы собрались в Киеве, надо было как-то решить, что мы делаем дальше. И мы посмотрели статистику и выяснилось, что аудитория Work Section выросла, наверное. В общем, без нас она выросла в 7 раз, абсолютно без нашего участия. Мы как бы решили плотно этим заниматься, сняли офис в Киеве, квартиру. Вот. И съехались туда и начали делать продукт. И сейчас вот, последние 5 лет мы достаточно плотно им занимаемся. Много сделано. Вот. И сейчас вот целимся... Очень интересно тестировать Европу. По ходу было очень много всяких смешных ошибок с наймом. У нас был грандиозный факап в 2018 году. В общем, у нас как бы сервер, он был один, по сути. Ну, на одной, в одном дата-центре. И в один прекрасный день этот дата-центр начал... Короче, им сказали, что типа, чуваки, вам надо переехать. И они просто взяли и всех клиентов отключили от сети и поехали в новый свой арендный дата-центр. И наш рейд, которого выдернули из сети, он умер и не собрался.
и мы просыпаемся с утра и понимаем, что у нас как бы развалился наш жесткий диск, на котором вся система, и все. И короче, начинают звонить клиенты и спрашивают, чуваки, что-то как бы у нас, мы не можем пока зайти в систему. Я даже не знаю, что им сказать. И тут я понял, что как бы интересная штука, что чтобы успокоить людей, которые очень недовольны, надо им не просто описать ситуацию, какая есть, а описать ситуацию намного хуже, чем она есть. И я им просто сказал, что, скорее всего, мы вообще умерли и не поднимемся. И, я честно сказал, что все очень плохо, и не факт, что мы дальше вообще продолжим работу. И мы это начали писать сразу в Фейсбуке, то есть достаточно открыто рассказали, что у нас все плохо, и непонятно, что будет. И удивительно, но нас как бы, во-первых, все сразу поддержали и сказали, чуваки, мы знаем, что вы делаете все, что можете, и держим за вас кулаки. Вот, поэтому через сутки мы каким-то титаническим усилием нашего супертехдиректора поднялись и восстановили работу. Но после этого как бы это был интересный экспириенс. И на самом деле тогда я впервые, наверное, понял, насколько мы важны нашим клиентам. И потом уже позже, то есть вначале это вся история была просто, чтобы сделать деньги и ничего не работать. На самом деле ничего так вообще не получилось. Получилось так, что ты работаешь, и когда-то через X лет у тебя появляются какие-то деньги. Вот. Но это потому что, еще такая штука, что мы начали делать, у нас был хороший продукт, грубо говоря, мы варили очень вкусный борщ, он сильно был хороший продукт, но никому о нем не рассказывали, то есть о нем рассказывали только, люди, которые живут с нами на лестничной площадке, они попробовали этот борщ и спускаются на этаж ниже и рассказывают, что там у пацанов на четвертом этаже неплохой борщ. И все, и поэтому наша клиентская база росла очень медленно. И только последние 4 года мы плюс-минус начали как-то уже разбираться с маркетингом, продажами. Там я занялся самообучением, то есть мои парни тоже начинают развиваться. То есть, допустим, мы неплохие были технари, но абсолютно паршивые бизнесмены. И поэтому как бы я уверен, что мы очень много как бы пропустили в плане, у нас много, наверное, упущенной выгоды, и вообще мы довольно много чего, я думаю, упустили, но это интересное путешествие, то есть мы сейчас развиваемся и стараемся, мне бы хотелось, чтобы украинский оргсекшн знали в Бразилии, это моя личная какая-то честолюбивая мечта. Так, что я еще хотел сказать? По ходу этого путешествия я читал довольно много книг. И вот две книги, я считаю, они просто необходимы людям, которые строят продукт. Во-первых, я очень рекомендую, есть такой индус Наваль Равикант. Я могу скинуть сейчас ссылку в чат сразу. Очень рекомендую его подкаст на английском. Там 3 часа. Наверное, раз 7 я слушал его. То есть там столько скомпрессированной мудрости. Это, думаю, очень долго. Вот. Это чувак, калифорнийский инвестор. И он реально очень умный. И он в целом рассуждает про деньги как... Он скорее рассуждает про ценность, которую ты приносишь миру. Грубо говоря, деньги – это индикатор этой ценности. Но тут как бы фишка такая, что этот индикатор может быть испорченный, если, например, в стране паршивый режим, как, допустим, в коммунистической стране. Грубо говоря, люди с деньгами – это обычно паразиты. То есть, грубо говоря, ценность может быть у людей, которые или создают ценность для общества, и общество им платит в ответ деньгами, или же они просто паразиты. То есть паразиты – это как коммунисты, люди, которые занимаются грабежом, налоговая там и так далее. Так вот, в людях, у которых не работает нормальное государство, люди с деньгами – это паразиты, а в людях в нормальной стране люди с деньгами – это люди, которые принесли какую-то пользу обществу, и общество им оплатило деньгами, собственно. Об этом очень, очень толково рассказывает Наваль Равикант, и в том числе он рассказывает очень интересный концепт про эту пользу. И польза
Ну, мне это лично представляется в виде хрустального шара. То есть, грубо говоря, всегда у общества есть какая-то потребность. И можно представить себе хрустальный шар. Вот грани этого хрустального шара – это уже закрытые потребности. Но у них есть стыки. И через эти стыки вот эти потребности, как бы общество, они как будто просачиваются. Но их заметить может только человек, который обладает компетенциями в соседних гранях. То есть вот, ну, например, не знаю, и, ну, человек, который изобрел, братья Райт, которые изобрели самолет, да, то есть они должны быть, они должны обладать компетенцией сразу в нескольких областях, и тогда они смогут понять, что вот здесь вот есть щель, которую они могут закрыть, и если они закрывают вот эту щель, то общество им как бы благодарит очень сильно. Ну, вот фактически, допустим, со временем я понял, что вот, например, то, чего нам не хватало, и это такого инструмента для почасовки, такого интегрированного, то есть, ну, это тоже в какой-то степени, ну, такое закрытие грани. Ну, я как бы не считаю, что мы что-то прям интересное изобрели. Например, мне очень хочется, у меня есть в голове несколько проектов, связанных с мотоциклами и безопасностью для мотоциклов. Вот я бы хотел ими заняться, да, тоже. Вот. В общем, очень рекомендую Наваля Равиканта, он прям, ну, очень умный чувак и очень рациональный. И очень рекомендую вот две книги, я сейчас их скину и расскажу про них. Вот, первое, From Impossible to Inevitable, это фактически пошаговое построение, инструкция, это фактически инструкция к построению продукта, просто вот очень детально, очень мудро. И вот эту книгу я сейчас пересчитываю, наверное, тоже раз пятый, потому что она настолько скомпрессированная, там, и каждый, ну, грубо говоря, я читал на разных своих стадиях продукта, и, ну, это как будто я беру чашку воды и перехожу к озеру, и пытаюсь из этого озера что-то унести, то есть, ну, я уношу только то, что помещается в мою чашку. У меня это, конечно, чашка со временем, она чуть увеличивается, но в целом, как бы, там еще черпать и черпать. Вот, то есть вот эту книгу я прям сильно рекомендую. И вторая книга «Monetizing Innovation», написал ее индус с каким-то очень сложным вообще фамилием, я даже не возьму вспомнить. Это книга про 5 кейсов по построению продукта вокруг цены. То есть и тоже очень крутой концепт о том, что прежде чем вообще начинать что-то строить, надо понять, сколько готовы за него заплатить. И вокруг, исходя из этой цены, строить вообще всю разработку и, ну, дальнейшие шаги. И вот тоже очень крутая книга, я считаю. Например, у нас был такой, ну, такой кейс. Мы в какой-то момент поняли, что мы, возможно, мало денег берем с клиентов. И, допустим, я прозвонил своих клиентов и понял, что, ну, если мы увеличим цены в 2,5 раза, то, по идее, как бы мы можем продавать это. Мы увеличили цены вдвое, вообще ничего не изменилось, вообще прям. И вот, например, недавно я понял, что мы, опять же, сильно не добираем, и вот, ну, грубо говоря, я уверен, что если мы сейчас, например, цены поднимем там в 3-4 раза, никому об этом не говорить, то тоже как бы, ну, ничего не изменится для тех компаний, которые, ну, могут платить. В общем, вот эта книга «Monetizing Innovation» — это про то, как понять, какую ценность приносит ваш продукт. Так, что еще, что еще? А, ну я еще, конечно, посоветую. Будущий клиент. Так, по-моему... Я відповім, Вадим, я думаю, що ти пропустив, я писала в Slack, в каналі, як підключитись до WorkSection, як отримати доступ. Проект Мінвета точно користувався. Не знаю, як. Ну, тут така історія. Ми, как бы, з 2014 года і самі волонтерили, і активно підтримуємо всі волонтерські ініціативи, поэтому, как бы, нам просто достаточно писати, що там, парни, дайте нам аккаунт, і ми його даємо. То есть, вот, к примеру, там Прозора наші, ну, после Майдана мы, по-моему, раздали, не знаю, наверное, аккаунтов 40 разным волонтерским организациям. И через полгода такие, ну, читаем в новостях, что Прозора там вышла там на какой-то эфир. Мы такие, о, это же наши клиенты.
Прикольно. І я потім поїхав к ним, познайомився з Кучеренком. Міністерство ветеранів теж ваш клієнт, до речі. Да? Да, мене користується WorkSection. Так давайте кейс запишемо. Так. Що ще, що ще? А, ну от ще. Ну, наверное, еще такой интересный инсайт, который я понял, что вообще продукт очень даже неплохо запускать, если у тебя есть хорошие основатели. Тут должно быть три момента. Они должны быть умными, энергичными, и у них должна быть четкая как бы, и принципиальная моральная позиция. Такая. Ну, то есть люди, которым ты можешь доверить свою, не знаю, свои деньги, свою жизнь. Вот. Потому что это такое, это длинное приключение, ну, в нем всякое может случаться, и тут надо быть, ну, реально надо быть уверенным в этих людях. И еще такой момент, то есть, ну, вот, например, я там, я знаю, что у меня есть слепые пятна, и я должен быть уверен, что в разговоре с этими людьми я могу довериться их суждению, и, то есть, ну, вот, но и они мне указывают на мои слепые пятна. То есть вот, ну, в принципе, мне кажется, если бы я запускал следующий продукт, я бы запускал с основателями, потому что, во-первых, ну, это всегда, ну, они драйвят, мы драйвим друг друга, да, то есть если... И в жизни у каждого есть такие моменты, когда, ну, он устал, и он хочет, там, не знаю, переключиться. Хорошо бы, чтобы кто-то был, ну, правда, хоть кто-то занимался продуктом. Так, и, наверное, что еще хотел сказать? А, ну вот классная еще формула 3H. Хакер, хаслер и хипстер. То есть в идеале в вашем продукте должно быть вот таких три основателя. То есть технарь, продавец и человек, который что-то понимает про красоту. Вот. Так, про факап я рассказал. А, я, наверное, еще посоветую еще две книги, которые мне не очень... Ну, я считаю, что они очень крутые, я их перечитываю. Вот. Так, сейчас. Мне очень понравилась книга «The Like Switch». Это чувак, который... Это бывший ФБРец, который колол всяких там маньяков. И крутая книга с кейсами про... микромоторику людей, когда они, незнакомых людей, когда они общаются между собой. Вот. Потому что, ну, я помню, после этой книги у меня был такой сильный прогресс в плане общения с людьми. Я в принципе, интроверт и всегда был. А сейчас вот я понимаю, что WorkSection меня научил уже, ну, общаться с таким количеством людей, что я, наверное, где-то социальный хаб и переносчик короны. Вот. Да, наверное, нет. Надеюсь, что нет. И еще очень крутая книга – это «Extreme Ownership» Джека Уиллинг. Сейчас я напишу. Это Navy SEAL американский, у него два деплоймента в Ирак, и он, когда вышел, он начал... Открыл компанию по консалтингу лидерства для бизнеса. И у него книга состоит из кейса с войны и кейса в бизнесе. Там всего 10 принципов, и они очень крутые. Я тоже перечитываю постоянно. И у него очень крутой подкаст. Вообще крутой мужик. Вот. Не знаю, я... Настя, Люба. Я, наверное, ну, все, в принципе, рассказал быстро. Я постарался очень быстро рассказать все. Как я, ну, докатывся до такого життя. Может быть, задавайте на питання. Пишіть питання, не соромтесь. Чингіз, а можеш, поки от, пишуть питання, розказати про взагалі роботу в WorkSection, в команді? Чи берете ви джунів в команду, чи тільки суперстарс? Як взагалі джуну попасти? Ну, тут такая штука. Не знаю, могу ли я это рассказывать, но, например, весь WorkSection написал один чувак, наш CTO. Он, конечно, ну, он просто, он победитель Всемирной Олимпиады по физике,
ядерный физик. В 17 лет он победил какую-то мега-крутую олимпиаду. Про него даже в Википедии написали. Но физики Украине оказались не нужны, поэтому он с горя пошел программировать на PHP. Вот. И ну, так получилось, что мы пересеклись, и он написал Work Section. То есть фактически у нас весь продукт написан одним человеком. То есть и только вот там 2 года назад мы начали искать, собирать команду уже. И, например, сейчас мы рефакторим код с тем, чтобы ну, новая команда уже могла в нем его апгрейдить. Насчет джунов, ну, наверное, да. Нам сейчас, например, мы там активно делаем перекол вашего промо-сайта, там нужны и верстальщики, и PHP-кодеры. Ну, я просто не знаю, как бы... Ну, наверное, да, можно пробовать. Як до вас попасти? От як же хтось хочет хлопців, дівчат до вас? Я свій телеграм оставлю. Сейчас. Не пропустіть шанс. Тут у вас вихід на власника компанії. Зразу можете от по блату попасти. Совладелец. У нас трое, и я, на самом деле, миноритарный совладелец. Окей, щось порадиш, як от рухатись, розвиватись в IT? Людям і в різних напрямках, там і project management, і бізнес-аналітики, back-end, front-end. Як не застрягнути? От на джуніор рівень вийшли, як не застрягнути на цьому рівні, як варто розвиватись далі? Ні, я не знаю, як це зробити. Ну, я чесно, я не знаю, як це зробити. Як ти себе ну, розумієш? Я, наприклад, оцінюю себе як дуже плохого кодера. Тобто, я, наприклад, все время пытаюсь, там, мені треба аналітику зібрати, і мой CTO, как бы ему лень делать такую простую работу. Поэтому я все время пытаюсь сам закодить, у меня вечно плохо получается, там ошибки сыпятся. Поэтому я не тот человек, который может следовать, как стать лучшим кодером. Я не знаю, честно. Ну, не кодером, если вот в project management. Ты в project management, как развиваться? Да, тут такая же штука почти. Ну, грубо говоря, например, мы сделали этот продукт, при этом мы, ну, никто из нас не был профессионалом. Ну, короче, мы сделали продукт для проектного менеджмента, а никто из нас не был вообще хотя бы немножко сертифицированным проектным менеджером. Мы не понимали, что есть, например, разные методологии. То есть мы сделали абсолютно интуитивно, как для обычных людей. И собственно, я думаю, поэтому как бы ну, продукт стал близок очень многим обычным людям, которым воле, ну, просто по воле случая приходится вести проект. Типа они не рады на самом деле. Вот. И уже только там, не знаю, спустя какое-то лет я начал ну, интересоваться теорией и читать про разные методологии и там книги по проектному менеджменту. Но, ну, грубо говоря, там ну, проектный менеджмент в целом теория достаточно простая, но сам предмет очень сложный, и ну, читать книги. Ну, я не вижу лучшего способа научиться, чем читать книги. Мне кажется, читать надо. Ну и практика, наверное. Но это в целом, как бы, вот... Тут, мне кажется, намного интереснее вопрос, как заставить себя читать книги и полюбить это в целом, потому что, например, я помню, что я, допустим, в детстве обожал читать книги, потом мне отец подарил компьютер, и я 15 лет проиграл в компьютерные игры. Вот. А потом я снова начал читать книги, но это как бы был, ну, это было уже такое какое-то больше волевое усилие. И вот тут про это, кстати, Наваль Равикант очень хорошо говорит, чтобы заставить себя любить читать, надо начинать с того, что как бы очень нравится. То есть читать только про то, что очень нравится. И постепенно эта привычка укореняется, и ты со временем, твой мозг как бы требует более сложной какой-то литературы. Там, не знаю, если начиная с комиксов,
то я надеюсь, что через 2 месяца я устану от того, чтобы читать комиксы, и мне захочется какие-то там, не знаю, Дюма почитать, Три мушкетера. Вот, со временем там приключенческая и литература приедается, я перехожу на более сложное. И в идеале там через, не знаю, X лет я могу зайти в библиотеку или в Audible и прочитать любую книгу, которую я не буду. Еще такой момент, что вот, например, ну, я сейчас, ну, я реально сейчас много читаю, и я, ну, я не, почти не перестал читать глазами, я читаю всегда аудиокниги, потому что, ну, я что-нибудь делаю, там, я, допустим, гуляю или занимаюсь спортом, и там с утра, например, во время зарядки, и чтобы не терять время, ну, вот, я слушаю аудиокниги, и я стараюсь писать конспект, обязательно писать конспект. И раньше еще я не ленился и печатал свой конспект и вешал на стене. У меня была стена моей комнаты, как, ну, реально, как у маньяка. Все друзья, ну, там, друзья, которые приходят ко мне в первый день, они так смотрели на эту стену. Ну, это реально стрёмно выглядит. Вот, то есть, и когда ты видишь свой конспект на стене, ты действительно запоминаешь, потому что меня в какой-то момент, я помню, меня очень сильно раздражало то, что я прочитал книгу, и через 3 месяца я не могу, собственно, ничего вспомнить. А сейчас вот у меня есть там 2 способа. Я пишу конспект, и я после того, как прочитал, обязательно рассказываю о том, что я прочитал своим друзьям. Вот даже не с друзьям, просто знакомым. Просто там, не знаю, случайно с человеком меня познакомились в кофейне, я ему расскажу, что я прочитал с утра. И тогда, когда ты рассказываешь, во-первых, ты сам понимаешь, и ты впервые это облекаешь в слова и, грубо говоря, материализуешь в своей голове. Ну, это, наверное, не то, что ты хотела услышать, Люба. Так, расскажи, что ты читал сейчас сегодня зранку. Ой, я сейчас вот читаю From... Ну, 2 книги. 3. From Impossible to Inevitable, это была вот эта первая книга, которую я посоветовал. Я читаю The Human Nature, это там про... Очень классная книга про исторические... Ну, короче, это историческая книга. Кстати, из исторических книг очень рекомендую. Есть такой историк Дэн Карлин, я сейчас тоже напишу. Это у него есть серия, например, про Первую мировую. Называется что-то там про апокалипсис. В общем, это, наверное, лучший историк, который я когда-то читал. И у него совершенно мощная. Сейчас я найду сразу. Дэн Карлин. Да, ну вот у него такой очень крутой есть подкаст Hardcore History. Ага, ну да, его Blueprint for Armageddon, у него есть серия про Первую мировую войну. Я вообще ничего не знал про Первую мировую войну. И я был поражен, насколько, как бы, ну, во-первых, насколько, как много трагических событий произошло. И я, например, не знал, что перед этим Европа была 60 лет вообще в мире, ничего не происходило. И когда началась Первая мировая, за первые 3 месяца погибло почти 1,5 миллиона. Я не знал это. В чем это с... Ну, да. И там он очень круто описывает эту трансформацию, когда ну, начинается война, и еще, допустим, британцы идут, вступают в бой с строем, у них обмундирование красные, ну, красные костюмы с перьями, то есть... И когда немцы там штурмуют бельгийские крепости, те первые вообще штурмы, ну это брутально очень все. Так. Лиска Моек. Ну, я зараз практически все читаю английское. До речі, ну, я хотів би якусь цікаву книгу українською, бо я, ну, після Майдану я там намагався перейти на українську у повсякденному житті, але ну, не завжди складалося. Ну, і в мене моє окруження російськомовні. Ну, так, коротше, ну, я лінувався і
Іноді, коли я приходжу до клієнта, там ну, і намагаюся розмовляти українською, я можу так значно підгримовувати. Ну, але коли я дивлюся на Кличка, там ну, я якось. Окей, дякую. Так. Що ще? Там Мілона питала, чи ви дистанційно працюєте? Як команда працює? Так. Ну, коли був карантин, ось навесні ми працювали дистанційно, і зараз, можливо, теж ну, перейдемо на карантинний режим. Будемо працювати або посмінно, або ну, взагалі всі з дому. А чи є різниця в продуктивності команди в офісі і дистанційно? Ну, я на скидку так суб'єктивно десь відсотків на 30, я думаю. В офісі краще чи вдома краще? Так, в офісі краще, бо ну, у нас маленька команда, ми драйвимо друг друга. Ну, є якась енергетика, коли ти живу. Ну, це як поговорити про щось важливе там по телефону або вживу. Є ж різниця. Продовжуючи питання от про там літературу різними мовами, чи є сенс в ці ж книжки, які ти рекомендував, читати в перекладах, чи треба все-таки оригінал? Я не знаю, бо ну я не знаю, бо я не читав їх перекладів. Ну, я думаю, що можливо, їх нема в перекладі, на жаль. Що В'ячеслав, треба англійську підтягувати. До речі, якщо ну, можете в своїх спікінг-клабах попросити менторів якусь книжку, наприклад, там разом прочитати, розібрати, щоб вам помогли, якщо от групою домовитись з цих рекомендованих Чингізом книжок. Ну, і я б рекомендував From Impossible to Never. Типу, це просто ось така покрокова інструкція для того, щоб робити продукт. Давайте ще питання накидуйте, є можливість. Так. Настя, давай ти позапитуй. І, ну, ще, как бы, в процесі того путешествия я в какой-то момент наткнувся на такого современного философа Джордан Питерсон. И у него есть совершенно фантастический цикл лекций Maps of Meaning. И они, по-моему, есть... Десь он и есть российское. Ну и, наверное, это вообще лучшее, что я читал за последние 5 лет. Ну, в целом. Как бы про понимание жизни, наверное. Но он как бы очень эрудированный, всесторонне развитый профессор. Действующий практикующий психолог и эволюционный, как это правильно сказать, эволюционный чувак. Вот. И он читает в университете Торонто, у него есть ну, очень, очень крутой цикл лекций про то, как люди поучились с теми ценностями, которые они есть сейчас, и почему эти ценности существуют. Начиная как бы с формирования каких-то, ну, с биологического формирования млекопитающих. Очень, очень крутой цикл. Это если... А що порадиш з технічних ресурсів? От ти згадував про Хабр. А що ще варто читати, щоб тримати руку на пульсі там останніх новинок? Що взагалі відбувається в технічному світі? Люба, прости, но я не знаю. Ти тільки ну, я читаєш. Бы... Є. Ну, ти знаєш, возможно, тебе надо було нашего CTO подсунуть вместо меня, потому что ну, он бы, наверное, по техническим каким-то моментам рассказал, потому что в целом я как бы отошел, ну, я скорее интересуюсь сейчас продажами, маркетингом и
отношениям, ну, human relation, вот, чем какими-то техническими хардскиллами. Ну, мне, например, очень интересна аугментация. С такой Overflow, да. Я согласен. Я сам, когда не могу найти какую-то функцию в PHP, я лезу в Stack Overflow. Там еще це Вячеслав про BA питає. Скільки? Что такое BA? Бизнес-аналитики. А, ну, наверное, нет. Наверное, их нет. Як ви прибуваєте? Як взагалі у вас відбувається процес прийняття рішень про додавання нового функціоналу якогось, тестування? Окей, да-да. Тут очень, ну, грубо говоря, к нам прилетает запрос какой-то от клиента, и они там хотят какую-то, например, техническую фичу. Мы первым делом пытаемся выяснить, какая у них проблема на человеческом уровне, например, там, допустим, их программисты забывают выключить таймер, и он там начисляет больше времени, да, им нужно какое-то как-то понимать, что это происходит. То есть мы, ну, грубо говоря, они вначале нас просят сделать какую-то техническую вещь, мы пытаемся отмотать до вопроса, почему это происходит и какая у них проблема. Думаем, как эту проблему можно решить разными способами, не только этой технической. И тут еще важно, еще потом следующий важный момент, мы пытаемся понять, насколько для них важна эта штука, потому что, грубо говоря, вот у нас продукт, и у нас фичи реквестов, не знаю, там, ну, за 1000, наверное, и они все очень важны, все прям очень важны, и все, каждый человек, который отправляет фичи реквест, он убеждает нас, насколько у нас важны. Но когда мы задаем вопрос, готов ли он заплатить, например, еще плюс $20 в месяц за эту фичу, если она появится завтра, значит, количество этих фичер-реквестов уменьшается стремительно до, там, не знаю, 50 тысяч. И вот именно эта готовность заплатить, она и является хорошим показателем реальной ценности этой штуки для клиента. И вот, грубо говоря, потом, получается, спустя какое-то время мы получаем 50, например, фич, за которые клиенты реально готовы платить. И тут уже мы смотрим, какому сегменту клиентов она может быть полезна, насколько она сложна технически и насколько быстро мы ее можем сделать. То есть, ну и вот тут я бы не сказал, что у нас есть точная формула оценки, в которую мы подставляем, грубо говоря, фичу, смотрим, сколько денег она нам принесет и сколько времени мы на нее потратим. Но в целом как-то вот интуитивно мы отсюда уже... Ну, просто их не так много, действительно. Вот когда ты спрашиваешь человека, сколько денег он готов за это заплатить, фич становится очень мало. А в команде кто принимает эти решения? Это техничные люди, не техничные? Какие роли у этих людей, которые вот анализуют цей функционал и принимают решения, пускать в работу, не пускать? Сейчас это происходит на... Мы просто фактически делаем совещание команды, и конечное слово за CTO, вот, но, допустим, я или... Ну, или... Ну, вообще, в принципе, приходят с этим сейлы. То есть, и, потому что сейлы больше всех, лучше всех знают потребности наших клиентов. И они приходят к CTO и говорят, что у клиентов есть такая потребность. Он не может делать то-то и то-то. И, скорее всего, мы заработаем на этом столько-то денег, если мы это сделаем. Вот. И мы уже садимся и считаем. Ясно. Тут ще в чате питання. К сожалению, нет, и мне очень хочется это делать. Насчет NPS. Это было бы круто, но пока нет. Вы спрашиваете, мотоциклистка, фаталист ли я? Ну да. Вот, кстати, это классный вопрос про удачу. И у Наваля Равиканта есть на него прекрасный ответ. Я очень прям рекомендую этот подкаст. И он уверен, что, ну, грубо говоря, что у нас есть 4 вида удачи. Это, ну, первая удача — это слепая удача, которая, ну, просто вот мне повезло, и я встретил в нужный момент нужных людей. Вот. Потом есть, не знаю, удача
напористости, как бы это перевести, наверное, ну, когда я просто делаю очень, очень много разных движений в разные стороны, и что-то да сработает, это вот. И, но самая вот важная удача — это когда, так называемый, compound luck, как ты переселил правильно. Ну, как бы составная, что ли, удача. Это как, когда ты просто делаешь все так правильно, что к тебе приходят люди, которые, которым повезло. И они приходят тебе, потому что знают, что ты поможешь им с их удачей. Ну, вот, и, грубо говоря, ну, вот как в покере, например, если ты все делаешь постоянно правильно, тебе будет вести достаточно часто, чтобы это было прибыльно. Я, мене з цього приводу така своя філософія є, що в принципі там от кількість успіху, вона на всіх людей десь однаково падає. От просто на голову падає, просто дехто там відмахнувся і пішов, а хтось підняв, взяв, скористався. Ну... Да, но это внимательность к удаче, она тоже, мне кажется, развивается. То есть ты как бы с опытом становишься намного более внимательной, и когда такой случай удачи случается, ты к нему относишься как бы с уважением и пользуешься им. Вот. Это как, например, как борется опытный борец против молодого. У опытного борца у него меньше сил, но он, если видит возможность, он никогда от нее как бы не Знаешь, часто там вот ровесники говорят, что «А, да, конечно, тебе повезло, ты айтишник, там, ты багато заробляєш, всяке таке. А я згадую цих же людей там от, в університетські роки, коли вони там йшли на історію, сміялись наді мною, казали, а там на інформатиці стільки всього вчити, ми тут на історії там бігом реферат скачали, здали і гуляємо. А потім через там 5-10 років говорять, що тобі просто повезло. Ну, тобто оця от кількість докладених зусиль, вона визначає твій успіх в майбутньому. Так само от, там зараз проєкті ветеранів. Хтось може там от просто продивлятися лекції, і в нього там одна успішність буде знайти роботу, отримати, а хтось сидить там, от старанно робить всі домашні завдання в проєкті, бере участь, там працює над собою ще паралельно. Я знаю, що люди деякі слухають іще якісь курси і так далі, і їм вони підвищують свій оцей от відсоток успішності. Да, у меня, допустим, есть друг, он был деп-коллектором, вот, и в какой-то момент ему надоела эта работа, и он пошел на курсы, и через полгода он уже был программистом. А через год он работал на австралийский порт и писал им программу по учету там груза, который заходит в австралийский порт. Сейчас он уже, по-моему, уехал в Краков, и у него там небольшая IT-компания. Ну, интересно вообще. То есть, ну, я думаю, что если... Ну, в любом случае надо... Не знаю, мне кажется, самое важное, чтобы это драйвило и просто нравилось. Ну, потому что без этого, ну, невозможно заниматься. Ну, работа составляет... Я вот в какой-то момент пересмотрел свое отношение к cross-section, потому что ну, вначале, если это было просто, мне хотелось сделать продукт, который будет сам работать, приносить деньги, а я ничего не буду делать. То сейчас это, например, я понимаю, что работа составляет у людей, не знаю, там 60% их жизни сознательное. Вот. И если у меня есть шанс как-то улучшить этот кусок этой жизни, этих людей, то это в целом уже достаточно достойная цель. Вот, то есть, ну мне кажется, должна быть какая-то вот какая-то цель принесения пользы социуму. Ну, без этого... Ну, поэтому, собственно, например, я ушел, ну, я закончил свои предыдущие работы, потому что мне казалось, что я делаю что-то, переливая из пустого порожня. Собственно, с покером, например, я распрощался, потому что в какой-то момент я понял, что я не приношу никому пользу, кроме, возможно, испорченного настроения у человека где-то там в другой точке мира, и все. И никакой вообще, никакой пользы я миру не приношу. Ну, так я, например, отказался от покера, хотя это были хорошие деньги. И, допустим, я зарабатывал намного больше, чем тогда я зарабатывал просто в Rock Session.
Ну, вот про это, кстати, Наваль Равикант очень хорошо говорит о том, что ну, надо ну, мы все связаны, и надо стремиться принести пользу социуму. Ну, это я в это верю. А там тебе в чаті про покер Слава запитує. Ну, все зависит от того, что вы считаете часто. Я старался играть по теории оптимальной игры. Если играл, а не играл. У мене до вас ще таке питання. А коли WorkSection був ще на стадії стартапа, які ще варіанти розглядались як можливі стартапи, які можна було би запустити? Окрім цього, паралельно. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, у нас була декілька версій, але вибрали WorkSection. Але я навіть не пам'ятаю. Сорі. Ну, ось зараз там я мрію ще зробити два проекти, які зв'язані з мотоциклами. Ну і якщо все буде добре, вони можуть спасти там комусь життя. Я над цим працюю. Ну що, мені цікаво Чингіза про розпитувати? Він вам тут вже комерційні секрети видає. Та ні, мне кажется, что чтобы что-то сделать, надо искренне в это верить и видеть эту картинку будущего. Но без этой энергии, ну, ни одну идею, как бы, ну, поэтому я помню, вначале я всегда стремался рассказывать кому-то свою идею, потому что я думал, ой, у меня настолько уникальная идея, ее сейчас все украдут и все побегут делать это. А никто никогда в жизни ничего не будет делать. Все люди как бы себе, ну, не знаю, в магазин ленятся выйти. Еще твою идею будет делать. Це точно. Теж всім розказую, якщо у вас є ідея, бігайте і пічіть її всім. Да, во-первых, это... Ну, партнерів, інвесторів, клієнтів. Ну, тут, мне кажется, есть важный момент. Не надо, во-первых, всем рассказывать, потому что даже рассказ про эту идею – это какая-то отдача энергии. Надо сохранить эту энергию для себя, для того, чтобы создать продукт. Но очень важно рассказывать, найти клиентов, которые, будущих ваших клиентов, или людей, которые вы думаете, что они ваши клиенты, но они не должны быть вашими друзьями или знакомыми, и рассказать им, и спросить, было бы ли им интересно. И это будет, типа, вот это люди, которым надо рассказывать. А как же elevator pitch? Ну, если ты в плане профессиональным инвесторам, ну, їм, скоріше, ні, в сенсі, щоб бути готовим за 20 секунд, поки їде ліфт, будь-кому розказати, тому що раптом я в ліфті з якоюсь людиною, яка корисна. Так, але розповідати про ідею, ну, потрібно, ну, я вважаю, тільки потенційним майбутнім клієнтам, бо, ну, на моїй практиці, коли я розповідав це з моїм, ну, ідею WorkSection знайомим, ну, це було... Ну, не було ніякого позитивного відгуку. І, ну, я думаю, що люди взагалі, как бы, якщо вони на секунду представляють, що ти можеш зробити продукт, а вони його не зроблять, типа, вони реально цим огорчаються. І поэтому, как бы, ну, не стоит говорить. Ну, може бути, я вот таких знакомого спрошу. Ну, в общем, я помню, що мені всі сказали, що чувак, ти дурак, не треба займатися цією херней. Це, ну, знаєш, ми тут всі десь от в такому ж стані зараз, тому що от там, коли я ходила там до рекрутерів, говорила взагалі про ідею, що давайте от будемо людей з нуля вчити IT, всі такі, та ну, та ринок такий переповнений, та стільки студентів випускається. Тому ми зараз, по суті, от робимо те, що самі рекрутери не вірять, що це. Круто, ви молодець. Так що це, попробуємо, чи в нас вийде. Окей. Окей, якщо вже
немає питань більше, то величезне дякую, Чингіз, що приєднався, що поділився купою цікавої літератури. Я все тут собі позберігала, скину ще всім, хто у нас сьогодні не всі приєднались, бо там в когось ще англійська мова паралельно йде. Я скину список літератури в Slack всім. Дякую. Дякую, що поділився телеграм-каналом. Я думаю, що тебе зараз ті, хто соромився зараз задавати питання, закидають тебе потім приватно. Okay. Реально було цікаво. Гарного вечора. Ну, я старався швидко все сказати. Дуже дякуємо за таку інформативну лекцію. Гарного вечора. Всі інші не забуваємо про те, що в нас скоро наступна лекція о 8:30. До зустрічі. Пока. Пока, дякую.